Хоккейный «Енисей» вышел в финал чемпионата России. Красноярцы в трехматчевом противостоянии обыграли СКА «Нефтяник». Напомню, в первом матче серии наша команда уступила в гостях со счетом 6-7. Затем дома «Енисей» учинил разгромный реванш 7-0. Накануне в решающей игре, которая тоже проходила в Красноярске, наши хоккеисты снова были сильнее 6-2. Добавлю, что опять отличился Сергей Ломанов-младший. Он забил 3 гола. Соперник по финалу уже известен. Это московская «Динамо». Главный матч чемпионата пройдет ровно через неделю, 21 марта, в Красноярске.